Всем привет, с вами, как всегда, мы, ЛДС, и мы начинаем запись Диабло, как обычно, все весело и круто, и надеюсь, вам понравится. Да, всем привет, побежали сразу в портал в наш. Да, кстати, нам в портал, и извините за прошлую серию. Да, вот если бы ты ничего бы не сказал бы, они бы и не знали. Ну, я привык извиняться за косяки. За то, о чем даже никто и не знает, да? А, черт, это же хардкор, я забываю. Понеслась. Ну и че, что жизнь просела. Понеслась по трубам, да? Ну. Так, надо всю ерунду собирать. Зачем? Ну, крафтить, чтобы потом можно было чем-нибудь. Идем проверять. У меня этого говна столько, тут сумка. У тебя полно? Да, у меня там для крафта столько всего. А, ты сказал идти туда. Там сумка сверху, 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 сверху. Сумка с ручками, да, вот нашел. Ля-ля-ля-ля-ля. А ты куда опять свалил? Да, вперед, тут какой-то чувачок. Нечто бьют. Да, что ты врешь, ты бы по-другому орал бы. Я вообще не ору, когда меня убивают. Да? Как-то странно. Да, старик, заткнись уже. Что? Да там этот, книжку поднял твою зачем-то. И все. Я в погреб зашел. Картошечки наложить? Да. Тут вон три картошечки. Три картошечки. Я поступил правильно. Только бесполезно. Нет бы дали что-нибудь нормальное, да? О, с конем не выпускают. Из погреба. Такой вытащил. Кого как? Меня выпустили. Так, а нам вообще что надо найти-то? О, кстати, это. А, нет, не это. Окей. Нам войти в заброшенные руины в Галдурском оазисе, для чего нам нужно что-то там найти. Гондурский оазис? Так, Долгурский. Пацан. Ну окей. Вообще долгурский, но... Долбунский? Собака. Хорош бедных монстров жечь. А каким жечь, классом мы сейчас играем? Крестоносец? Ты же забыл? Это класс странный, да? Не то, что класс странный, что-то смесь какая-то. Какая-то. Это всего понемногу, да? Блин, да. Тут лучше с смс-ками не шутить. А я пошучу со своей. В понедельник все узнают, что у нас на сайте проводится конкурс. На свою девушку? И нет, на две игры. Ну, точнее, как? На два ключа к Watch Dogs. Да, 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 я пропиарил даже здесь. Кстати, у тебя тоже шанс есть выиграть. А мне не достанется, как... Халява нет. Нет? Нет. Фу, с кем я дружу, парни, ну вы слышите, да? Чувак, я тебе так сколько игр на халяву выдал. За $1 их покупает, и мне еще такое не стыдно тебе говорить. Зато сколько? Там таких по на доллар много вышло. По на доллар? Как-то прозвучало странно. По на доллар. Странно? А у тебя стралом почему-то прозвучало. Страло прозвучало, да. Причем здесь страл, непонятно, ну ладно. Кстати же, сейчас идет неделя 100% дропа на легендарке. Посмотрим, сколько мы сможем нафармить на этих персах. Веришь? Если... Нет, мне что-то ничего не выпадало. Может, там на 70-х уровнях выпадает? Не знаю. Так, мне там выпадало там 2 или 3. Мы же прекрасно знаем, где вход, нафиг мы по неправильной дороге идем. Ну. Типа опыт? Типа опыт. Типа левел. Типа круто. Наверное. Что-то я не те кнопки нажимаю. И у меня не точится, да? Да. О, давай пойдем сюда, что ли. Куда? Там, выполним этот.
Там, ты куда вниз-то пошел? Там столько этих. Интересный ты. Помоги нам выбраться отсюда. А я вначале подумал, что это ты так говоришь. А потом понял, что все-таки нет. Неожиданно, да, так оказалось, что не я. Так. Я вот сейчас помню, что вот там вот опасная штука, которая все время взрывается. Раньше я на нее часто попадался. Ну, 32 уровень. Да ладно. Как ты так, стервец, это сделал, а? Получил в награду за стара... больно, слушай. А меня что-то не очень больно он бьет. Меня он тоже как бы не больно бьет. Гути, кстати, урон. У меня? 1257. Черт. Чего? Хреново. У меня всего 1400. Так. И тишина, как обычно. И тишина, да. Ну, я просто не могу понять, как так у тебя меньше DPS-а, чем у меня. Мне нужно больше. Ну да, действительно. У меня что? Всего 1400, а у тебя 1200. Как так у меня меньше, непонятно. Не знаю. Ну то у меня коняшка есть. Вот ты видал, как это хорошо вошло-то в них? Ну мы когда внизу стояли, там вообще во всю толпу почти вошла. Ну да. Только я не помню, нам вот сюда все-таки же, по-моему. Там какой-то портал будет, и мы в него должны, по идее, вначале зайти на полу. Ну, да, голову. Но у нас нет квеста на голову, значит, есть вероятность, что... Хотя кул с нами вроде должен летать же. Не-не, ты чё? Мы вначале должны в этот зайти. Я просто не помню, брали ли мы голову кула. Да сейчас выяснится, когда наверх зайдем, там все они нам расскажут. Ну да, типа, чувак, тебе не сюда. Не, чувак, что нам делать? Ну скажи, ну пожалуйста. Ой, а чё мне щит дали? Ну я тебе бабл кину. Ты умеешь же бабл кидать? Да. А ты умеешь мне урон увеличивать. Круто, ну, прозвучало, да? Как-то по-интересному. Не знаю, у тебя всегда все звучит по-интересному. Не так, как у людей. Так, коняшка. Ладно, не будем акцентировать на этом внимание. Да, тем более кто-то раскрыл страшную тайну, я тоже не буду ее говорить. О, пещера. Давай не пойдем, она же все равно нам не нужна. Древняя пещера. Ну я хотя бы зайду туда. Все, бегу, чувак. Стой, подожди меня. Она пустая. Может, выйдем? Зачем нам время тратить? Пойдем башку лучше найдем. Да зачем нам башка? Давай пещеру зачистим. Чувак, пойдем нахер отсюда, ебо. На что, прости? Чё? Есть такое растение, хрен называется. Ага, только ты сказал немного другое. Из разряда органа, знаешь ли, а не растения. Ты протри уши, никакого органа не было. Это у тебя, видать, уже фантазия разыгралась, что все-таки ты будешь месяц один. Нормально, ничего. Так. Ты что, там проходишь со мной или как? Я не буду входить. Да, ты будешь отваливаться. Круто. Ты что это было? В смысле? В смысле, ты отвалился? А, не знаю. У меня Диабло как фурочит, так и фурочило. Ну я тоже не знаю, но ты отвалился. У меня было написано у вашего собеседника проблемы с интернетом. А, это значит Skype так себя хорошо ведет. Далеко ты ушел. Ну да. Так, и что там, кстати, снизу? Чувак? Я здесь, я смотрю, куда ты бежишь. И думаю, стоит ли за тобой идти. Конечно. Может, есть путь короче. Вон, вот, ребята, иди сюда. Получают.
Иди сюда, чувак. Чувак, иди сюда, я серьезно. Я сейчас зеленую свинью еще приведу. Ой, тут вейпоинт есть. Зачем? У нас тут своя еще одна. Шутник, что ли? Хотя ладно, пофиг. Чего? Шутник, говорю, что ли? Хотя ладно, пофиг. Да он обыкновенный, квестовый. Ну тут как бы тоже квестовый. Вот из этого лучше выйти. Да ладно. Мне благословение света дали. Я, главное, чудом от телепузиков увернулся. А, там еще и эти были? Да, так... зелененькие такие, знаешь. Я от них так хорошенько так ушел с коняшкой. Продамажил их немножко. Это я, кстати, не знаю, как у меня звук на самом деле будет в игре записываться. Да, вот та же фигня. Но я знаю, что тебя было хорошо слышно, и меня было хорошо слышно. А у меня, как обычно... О, ты откуда этот фонтан взял? Ну, в смысле, он как бы у тебя есть? Нету. Есть. Ну, есть, но может он только на 32-м дали, он, а если... На 4-м, он у меня уже еще с 30-го уровня. Вроде бы. А почему у меня его нету? Не знаю. Ну, есть он у тебя на 4-й штуке. Я пока не могу. Ага, дверь закрыта. Да-да-да. Я сказал, надо голову найти. 6. Ну, пойдем, она внизу где-то. И разбежались в разные стороны. Но мне кажется, она наверху. Давай, ты проверяй. Ты сказала, пойдем, она внизу где-то. У тебя сегодня точно что-то с ушами. Окей. Ой, сейчас я все-таки, наверное, сдохну. Че, будет смешно? Хотя не, не сдохну. Как ты вообще можно сдохнуть, я это не понимаю. О. Шпидищ. Вам не повезло, как он хорошо это сказал-то. Че, нашел вход в голову? Да. Вход в голову. Так че я с тобой мучаюсь-то, а? Все говорят, щит кину и все, да? Ну. Ой, что-то вас много, парни. Да, у меня та же фигня. Мне нужно больше. Ну, в целом. О! Я еще одну. Вот ты любишь на задницу приключения искать, да? Опс. Так, пацаны, деритесь. Ты лиску со мной будешь убивать? Не, я вход ищу в голову. Вход он в голову ищет. О, нам туда не надо. А, ты далеко, чтобы до элитки твоей бежать. Так что извини, либо ты ее на меня тащишь. Ну, как бы это немножко проблематично. Да, она тебя телепортирует? Нет. Она занудствует. Хо-хо! Я тоже на элитку нарвался. Но моя желтая. Моя синяя. Так. Упс. Ладно. Упс, я, кажется, сейчас умру, да? Не-не-не. Умереть они не смогут меня. Блин, 100к это просто жесть. Чего? 100к хп. У меня урон 1400, 100к хп это вообще. Все, идем ко мне помогать. Элиток убивать. Сколько у тебя там КХП? У меня 10 тысяч даже нету. Ну, вот. Нет, у тебя К или у элитки К? Я спрашивал у элитки. А, у элитки 75 тысяч. А, окей. У каждой. Да. Вот у некоторых 72. 200! Ну добей то ее! Так, ну давайте, сдыхайте уже, люди. Ладно, пофиг. Где ты там? Я на другой... Ты тебя, знаешь ли, не ближе бежать, я так посмотрел. Ну да, я тебе что и говорю. Блин, ненавижу шаманов, они еще оживляют. А странно, да, что мы 32 уровня и еще первую часть второго акта проходим. Обычно на 36 убивают все дьябло.
Так мы... Ты не забывай, на каком мы как бы сложности были. На какой мы сейчас проходим, точнее. Мы сейчас на эксперте. Ну. Здесь же переработанные сложности. Ой, ё-моё, не умирай, да, пожалуйста. Нормально ты, ё-моё, я здесь стою рядом. Где вход в голову, ё-моё? Знаешь, когда ты так говоришь, чувак? Это звучит как минимум как-то странно. Я не знаю, у каждого своя больная фантазия. Почему больная? Не знаю, что тут странного, вход в голову ищем. Индейцы майя всегда так делали входы, да? Блин, сейчас мы всю карту откроем, и тогда будет, как она называется, такая подсказочка. Нифига, кстати, она не всегда бывает. 300 лет назад. Ну, серьезно, не смешно, давай уже. Так, слушай, окажись, знаю, где вход. Да, ну-ка, озвучка. Самый верх карты, видишь, серый такой. Докуда ты до конца так и не добежал. Ага, ты думаешь там? Ну попробуй вот здесь сначала пробежать. А я пока туда побегу. Так, вот, все, мы всю нижнюю карту открыли. Кстати, легче-то, наверное, телепортануться, чем бежать туда столько времени. Как ты думаешь? Ладно, я добегу. В бачок нет туда смысла идти? Не, в туалетный бачок нет смысла идти. Ты Петросяна. Так, все, карту здесь мы открыли. Она вот здесь должна, по идее, быть. Да, вот. Все, прыгай по мне. На М прыгать. Нажми и прям на меня прыгни. Чувак, успокойся. Чувак, я не виноват, что у тебя какие-то странные мысли. Так, значит, здесь тыковку ищем, да? Да, золото на кула. Так. Так, пацаны, отстаньте, у нас печенек нету. Мне почему-то сказал, мне почему-то показалось, что ты это подписчикам сказал, который в чате пишет. Такие, знаешь, пацаны, отстаньте, у нас печенек нету, да, мы снимаем, все. Ох, там еще зачесался один. А, тут так элитка вообще. Ну так как бы, да? Это, я тут смотрю, что-то у них хп до хрена больно много. Я им вроде щитами чуть-чуть надавал. По шее, так сказать. Демоническая эссенция. А мне какой-то щит дали. Не сюда. Кстати, а чё вы этих чопперов не переводите? Почему не переводим? Переводим. У нас просто один чувак, сейчас проблематично у него было озвучивать. Ага. По работе над озвучкой другой работал. Так как? Что чопперы, в принципе, будут. Возможно, сразу 3-4 серии выйдут в один день. Кстати, ММОшки тоже не переводят, так что пофиг. Да-да. Они что-то как-то забросили. Там, там админ куда-то пропал. Который это все. Ну, может быть, это один и тот же человек читает, просто он и у вас работает. Не. Эти же люди, которые умеют изменять голос. Он нам пафос, просто пафос включает и все. А сам говорит, зачем нам конкуренты? Да, и при этом сам тоже ничего не делает. Да-да-да. Зачем нам конкуренты, если мы сами ничего не переводим? Уже сдохли и под конец только свою зеленку включили. Ну да. Они такие, ну надо их порадовать уж под конец хотя бы. Так. Так, мне сейчас левел будет. У тебя сколько до левела, кстати? О, не спрашивай эту больную тему. Окей. 6 этих, 6 штучек. 5,5, если быть точно. Ху-ху-ху-ху. У меня вот где-то... Сейчас же попробую сказать. 1000 опыта.
Так, чувак, нам надо срочно найти голову и эту серию на голове закончить. Да. Да. Я просто на самом деле не знаю, сколько по времени. 20 минут ровно. Книжечка. Мы нашли, все, берем голову и заканчиваем. Ладно, пойдем ее еще в хранилище отнесем. Как-то там, знаешь, как-то многовато эти, не кажется? Да мы же вход нашли, ты че? Давай закончим прям вот. Прям вот тут. Вот это вот. Вот прям на сражении. Вот. Да, прям на сражении. Все, говорит, пацаны, пока умрем мы не умрем, вы узнаете в следующей серии. Не, кстати, хорошая идея. Он ребята, умрем ли мы от этого чувака или нет, вы знаете в следующей серии. Да, это как интрига в Чопперах там. Да-да-да-да-да. Мы стали как американские сериалы. Так же делать. Они что, постоянно в конце интригу какую-нибудь дают? Причем интрига потом оказывается такой тупой интригой. Да. В общем, стой здесь, давай тогда попрощаемся и с чуваками продолжим потом. В общем, ладно, ребят, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами были, как всегда, Мэйл и Дэс. И пока-пока. Пока!